Скажи, пожалуйста, что тебя подтолкнуло на это преступление? Как сказать? Сам даже понять не могу. Пьян, не в адекватном состоянии был. Много выпил этот день? Да, достаточно много. Сколько? Очень большое количество. Вначале самогон, потом пиво, все в перемешку. А ты с покойной девочкой был знаком? Нет, как такового не был. После того, как ты совершил отношение и преступление, почему ты решил ее убить? Просто испугался последствий. Как-то хотел, короче говоря, не знаю даже сам, как избавиться от этих, даже не знаю, что сказать. Она просила тебя в ощаде? Да. Тебе ничего не дрогнуло? На тот момент нет, только после уже самого совершенного преступления уже там осознал, что натворил и так далее.